Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы с вами познакомимся с упражнением «Взятие на грудь из ямы без разброса ног». Сверху видео будет ссылочка на взятие классическое из ямы, там вы узнаете все особенности данного упражнения и его роль в подготовке. Ну а данное упражнение является всего лишь его разновидностью. На старте постарайтесь ставить ноги на ту ширину, которую разбрасываете при классическом взятии. В данном упражнении исключена фаза без опорного подседа, то есть разброса ног, и весь акцент смещается на работу трапеции и подкручивание локтей. Данное упражнение отлично избавляет от ненужного прыжка и топота ногами. Новичкам рекомендую выполнять с весами до 70% до 4 повторений в подходе для наработки техник. При больших весах появляется соблазн вложиться мощнее в подрыв, от чего происходит ненужный нам прыжок и разброс ног. Благодарю вас за просмотр, друзья. Надеюсь, мое видео принесло вам пользу, и теперь вы умеете делать данное упражнение. Ну а если остались вопросы, задавайте их смело в комментариях. Всем желаю здоровья и удачи на тренировках!